Хай-хай, всем привет, друзья! Вот это, ребята, попадет мой сегодняшний ролик. Если вы хотите попасть на мой следующий ролик, тогда обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал и напишите крутые комментарии. А мы сейчас начинаем открывать сундуки в игре Brawl Stars. Нам выпала Нита. И Поко. Давайте сейчас улучшим Поко. Давайте смотрим, что у нас есть. У нас есть новый советник. Давайте начинать играть. В игре самый главный — это звезды и очки. У нас в команде пока что 0 очков. Да, будет видно. Мы уже набрали около 3 очков. Но все равно не хватает на победу. У них уже 16 очков. Осталось 50 секунд. Как будто тебя знаю. Жахында танысам, дысым, оруша войны знаю. Ай, давысын сэны, ай, хималын сэны. Ми музыка но дискримина а надя, си ке ваму а ромпи. Осталось 30 секунд. Мира л ритмо кому лос тене. Аго музыка ке энтретене. Эль мундо нос кере, нос кере. У них уже 20 очков. Осталось 10 секунд. Ну, чуть-чуть не хватило. Друзья мои, случайное поражение в сегодняшнем ролике. Ну ладно, друзья, еще раз попробуем. La fiesta no para apenas comienza. Друзья, я хочу сказать, что в захват кристаллов уже появилась новая карта. И в игре появились новые эффекты. Друзья мои, если вам понравилось видео, тогда обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И напишите крутые комментарии, чтобы попасть на мой следующее видео. И всем пока!